Подожди, видишь, пока не подожди. Пиши не уйдет. На штанге 8 килограмм. Первый подход. Попов Михаил. Опустить вес защиты. Десять килограмм на штангу. Варгач спрашивает первый подход. Готовится Попов. Опустить вес защиты. Попов Михаил, второй подход. На 11 готовится Варгач. Опустить вес защиты. Варгач Саша, готовится Попов. Опусти вес защиты. Плюс еще килограмм. Попов Михаил, на 12 готовится Варгач. Опустить вес защиты. 12 на штангу. Варгач Саша, третий подход, готовится Попов. Опустите вес защиты. Ну, плюс еще килограммчик. Попов Михаил, четвертый подход. На 13 килограмм готовится Варгач. Опустить подход защиты. Четыре подхода он сделал. Сюда. Попов закончил с результатом 13 килограмм. 13 на штангу. Спасибо.
Бордач Саша, четвертый подход. К весу 15 килограмм готовится Курышева. Давай. Опусти. Все, закончим. Закончил он? Да, все. Готовься на то, сейчас. Варгач закончил с результатом 12 килограмм. 15. Куршова Владислава, первый подход. Готовится на заря. Опустить подход. Назарян Арта. 16. Готовится Мурашов. Опустить подход защиты. Сколько? 17. Мурашов Илья. Готовится синим. Давай, оттуда сразу все. Молодец, вставай. Опустить подход защиты. Семь на три. Опустить подход защиты. Малышков Дмитрий. Готовится Курышова. Опустить подход защиты. Сколько? 17. 16 на что? Курышова Владислава. На 17 килограмм готовится на заря. Опустить подход защита. 17 на штангу. Назарян Артак, второй подход. Готовится синий. Опустить подход защиту. Синий на три. Готовится Малышков. Сколько Назарян? Малышков Дмитрий. Готовится Курышова. Опустить подход защиты. Курышова Владислава, третий подход. На вес 18 килограмм готовится Смирнов. Опустить подход защиты. 18 на штангу. Смирнов Леонид, первый подход.
Готовится Курышова. Опустить подход защиты.
Круглова Анастасия. Готовит по сферам. Смотри на балкончик. Молодец. Давай, давай, давай. Давай. Стой. Молодец. А пойди, подходи дальше. Свернул Леонид. 25. Готовит Мурашов. Опустить подход защиты. Мурашов Илья. Не выйдет еще подход. Возьмем третий. А? Третий был. Да. Еще, ты самый. Сейчас скажу, 22. 25? Да. 25 или сколько? И 22. 22 он поднял. На сколько? 25. Вперед, давай, не попробуй. Не пишите, все, я отберу. Стой, 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 стой. Опустить подход защиты. Молодец. Не смотри, вверх. Все? Все. Можно так, пожалуйста? 25 на штаб. Вершинин Егор. Первый подход. Готовится Илья Заря. Опустим подход защиту. Егея заряд вас нет. Готовится Ширин. Вершине лиц. Ширин Сергей. Готовится Круглова. Ширин Сергей. Опустить подход защиты. Круглова Анастасия. Готовится сидеть. Опустить подход защиты. Все? Да. Сенин Андрей. Готовится Малышков. Опустить подход защиты. Малышков Дмитрий. Опустить подход защиты. Тоже закончен, да? Ну, если 4, все. А, больше не даем, да? Свернул Леонид. Готовится Мурашов. Накрыл ее. Мощно можно было встать.
начали ехать до конца. Молодец, умница. Умница. А пусть проходит зайти. Мурашов Илья. Четвертый подход. Опустить подход противника. Закончил результат 25-го. 28 на штангу. Ширин Сергей, третий подход. На 30 готовится Городина. Опустить подход за снизу. 30 на штангу. Жители, опять.
Опустить подход до земли. Закончил результат 30 килограмм. 35 на штангу. Снимай замочек. Комбаров Мухлис, первый подход. Готовится Городинов. Опустить подход. Городинов Владимир. Готовится Хуслинов. Комар, в какой весе? Не пиши, не хорошо. Можно ножками начать. Опа, держи. Опустить подход. 39 пойдет. Пустынь Парсен. Да, 35. Готовится Вершинин. Опустить подход до земли. Да, 37. Вершинин Егор. Третий подход. Готовится на 37 Пустынов. Опустить подход до щита. 37 на штангу. Городинов Владимир, третий подход. На 40 килограмм готовится комбар. Десяточки,
Камбаров Муфрин, второй подход. Готовится Пушин. А Пушин подход достиг. Пушин на борце. Камбаров какой вес? 45. Раз, два, три, четыре. Что стоит? Не, ничего. Пушин на борце. На 42 готовится Гранит. Сильно вверх. Раскрывается полностью. Держать, держать. Подход не удачный. Так можно начать, пожалуйста? Да. 42 сверху поставьте. Городина Владимир, четвертый подход. На 40 готовит Украина. Вкладывайте вот до конца. Больше будешь пробовать? А какой вес? 45. Не, не надо, 45, 44. 40 сейчас поставьте. Кузьмину Барсен, четвертый подход. На 44 готовится Городина. Опустить подход защиты. Вот это красиво. Все, закончили. Похоже на рулон. Закончил с результатом 40 килограмм. 44 на штангу. Городина Владимир. Пятый подход. На 45 готовится Камбаров. Опустить подход защиты. Закончил с результатом 44 килограмма. 45 на штангу. Пацаны? На восьмой красный. Давай. Так, сверху один. А не надо? А, ну да, ладно. Потому что вот этот последний участник... Ну, стой, потом... а потом тяжело весит. Пусть я, потом на 20-ку. А сколько там на 20-ку? 60. Камбаров Пухлис, третий подход. На 60 готовится Пилатов. Опустить подход защиты. Какой следующий? Не-не, 48. Ну или можно на то поставить 60, а первый подход сделаем пока. А то они сейчас друг за другом будут сидеть, не отдыхай. Пилатов Михаил, первый подход. На 63 готовится Григорян. Thank you.
Опустить подход, значит. 63 на что? Сколько он сказал? Филатов, сколько он сказал? 69, 53, 53. Большой? Ну, большой, да. Ну, сколько, 53. Да, большой. Григорян Роман, первый подход. Готовится комбар на 48. Опустить подход защиты. 48 Камбаров мог риск, четвертый подход. На 63 готовится Филатов. Опустить подход защиты. Все, закончили. 63. Филатов Михаил, второй подход. На 65 готовится Григорян. Неудачный подход. 65 поставьте, пожалуйста. Григорян Роман, второй подход. На 63 готовится Филатов. Опустить подход защиты. 63. Филатов Михаил, третий подход. На 68 готовится Григорян. Пойдет,
Вов, 68. Пятерку можно повесить. Сверху, Саша? Давай. Ну, я думал маленький, но тогда лучше по-нормальному, потому что 66 потом. Переставим. Не, а это Григорян Роман, третий подход. На 66 готовится Пилатов. Рома, скрывайся, хорошо. Опусти подход защиты. 66 на штангу. 56? Да, 66. Вот так же снимай. Пол. Филатов Михаил. Вот у меня есть. На 70 готовится Джиулик. Опустить подход защиты. Филатов Игорь. Готовится Филатов Михаил. Филатов Михаил. На 71 готовится Григорян. Thank you.
Вот не защита. Закончим, да? Еще, можно еще задать? Подзади. 71. Перегорян Роман, четвертый подход. На 70 готовится Филатов. Опустить подход защиты. Филатов Игорь. На 76 готовится Джоев. Готовятся живые.
Не, ну посидел. Какой вес? 78? Да, давайте. А кто у него? Давайте. Не знаю. Она творящая. Давайте. 78. Сколько там? 78. 78. Живаев Георгий. Сильно штампу. Филатов Игорь готовится к живым на 78. Если он вырвет этот вес, он обойдет живого. Держи, держи. Подход неудачный. Садился? Все? Все, да? 78 на что? Живот Георгий. Давай, живи. Сильно. Уже лидер. Пилатов закончил с результатом 73 килограмма. Сильную тягу. Держи! Неудачный подход. У Пилатова была возможность в предыдущем подходе. Ну сколько, какой же? Пятый подход? Да, а что? Поставьте 77. Когда человек в 78 как с видео, да? Еще толкать вам. Филатов Игорь. 77 килограмм. Только поаккуратнее. А драматизм думаю. Да я понял. Спину давай. Держи! Держи! В пятом подходе Филатов вырывает 77 килограмм. Жоев тоже хочет пойти. Выходит на первое место. Жоев 78 заказывает. Живой Георгий. Вообще, что 77 достаточно. А? Ну ладно, снова начинаем. На 80 готовится Мурашов. Спинку ровно, нельзя проигрывать. Сильную тягу. Пока.
конечно, не засчитаю такой подъем. С дожимом одной руки. Все. 80 килограмм остался единственный участник, потом перерыв у нас будет 5-10 минут. Курашов Данил. Здорово! Супер категория, это 105 килограмм. Опусти. 85 килограмм просит для следующего подхода. Вес на штанге установлен. Мурашов Данил. Есть время на манипуляции? А? Время отдохнуть. Ну да, 2 минуты. Да, перерыв не будет. А? Перерыв. Причем будет 5 минут. Торопись, если тут сядет, если тут сядет вместо меня, можно без перерыва. Я просто хочу перекусить в туалет. И этот вес не покорился. Есть
Будет? Нет, откуда едете? Да. Будет еще подходить, да? Да, будет подходить. Все, 5 минут перерыв, потом переходим ко второму движению.